Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов принял участие в видеосовещании по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму России. Организатором выступил профильный федеральный комитет. На совещании были согласованы кандидатуры председателей региональных комитетов и утвержден регламент проведения предварительного голосования. Все организационные вопросы штаб организует, опыт большой, комитет у нас сформирован, люди все опытные, проходили уже десятки выборов, успешные проходили, поэтому это нам все совершенно понятно, алгоритм действий, здесь вопросы никаких у нас не будет. По словам Владимира Константинова, предстоящие выборы окончательно завершат процесс вхождения Крыма в правовое поле Российской Федерации. Да, мы являемся субъектом Российской Федерации, все верно, но у нас сегодня нет представителей в Думе. И, конечно, с конституционной точки зрения процесс не завершен. Поэтому мы завершаем процесс Крымской весны, завершаем его фактически в этих выборах. И предварительное голосование – это вот как раз формирование вот этого подхода. Список потенциальных кандидатов на предварительное голосование уже известен, но может быть расширен в соответствии с утвержденным регламентом.